Ну и что ты скажешь, Срикин? Отпусти меня! Отпусти меня! Выблёвывай всех! Я сейчас сдохну. Народ, а какого фига здесь вообще происходит? Да подожди ты, дай ему еще выблеваться. А, сколько меня не было. Спокойно, не дурачи, я снимал видео на твой канал. Спасибо, Миниуч, ты лучший. Может, уже закончим с процедурами? С Рикингом я бы, конечно, не хотел поднимать эту тему, но почему ты меня на втором этаже сожрал? Да мне просто кушать хотелось. И да, можно эти процедуры прекратить как-то по-другому, а то мне надоело всех выблевывать. Ну, я бы могла бы дать тебе слабительное, но только бы нас снесла волна, ну, сам знаешь чего. Ладно. О, Миниуч, ты наконец-то пришел. Ну что, получилось освободить всех? Да, еле-еле я победил этого Срикусю. Это капец, это полный капец. Срикин, ты что себе позволяешь? Я тебе, конечно, обещала покатать на неделе, но нет. Да успокойтесь вы, ребят, главное, что все прошло хорошо. Ладно, я должен отлучиться на минутку. Беззубик няша пока меня заменит. Заглотус. Да не, он не заглотус. Он тарар нафиг. Народ, почему все ржут? Почему все ржут? Почему? Я наблюдаю за ними слишком давно. Думаю, они готовы для выполнения своей цели.